Всем привет, друзья, меня зовут Дима, и добро пожаловать на сервер StreamCraft режим Bed Wars. Давайте, в принципе, начнем с того, то, что опять купим немножко камня Эндера и поднимемся на самый верх и застроим свою кровать. У меня еще целых 82 уровня, смотрите, какая-то команда красных. Чувак играет один, господи, и он уже один достроился до середины. Я что-то пока что не вижу никаких ребят, команды зеленых вообще что-то никак не строится. Хотя эти ребята играют вдвоем, но они даже еще не достроили, они даже не начали еще строиться, вот так вот. Но смотрите, что делает команда красных, смотрите, что делает этот чувак. Похоже, сейчас команда синих проиграет, потому что красный чувак, он пробрался на базу синих и уже там, я думаю, скоро сломает кровать. Заставим, я думаю, еще немного свою кровать, чтобы просто этим ребятам не дать быстренько пройти. Чтобы, если они все-таки добрались до моей базы, у меня хотя бы осталось немножко времени, чтобы я смог обороняться. Строим какое-то оборонительное сооружение и начинаем теперь стрелять по зеленому. Есть, господи, серьезно, что ли? О, господи, Дэн 200, ты совершил большую ошибку. И все, блоки у меня закончились, к сожалению, и теперь... Это уже другой чувак был, я уже сбросил другого парнишу, но, блин, теперь у меня недостаточно блоков, чтобы я смог допрыгнуть до этого острова. Ну, давайте все-таки рискнем, попробуем как-нибудь разбежаться, и прыжок! Фух, ребята, господи, это было очень близко к поражению. Я мог сейчас просто упасть и просрать все свои приметы, но я пока что бегу на базу красному. О, черт возьми! Чувак, а у меня есть лук, а у тебя есть лук? Хочешь, я тебе дам пострелять? Нет, не дам, отстань от меня. У меня еда на самом деле капает, и давайте мы сделаем вид, то, что мы уходим отсюда. Но на самом деле мы сейчас назад вернемся и будем просто продолжать обстрел красного. А, черт возьми, красный просто строит на своей базе какие-то оборонительные сооружения. И тут, с другой стороны, у меня синяя команда, которая сразу понимает, кто здесь батя, и убегает отсюда. Как я понимаю, синяя команда у нас, она слабенькая на самом деле. Надеюсь, слабенькая. Вот видите, я по ней, в принципе, уже попадаю. Они по мне не сильно-то попадают. Ага, все, ладно, я понял. Я все-таки постараюсь так нагло влезть на его базу и сломать его кровать. И тогда уже попытаюсь сам разделаться с ним. Откуда ты здесь взялся? Ну, давай, 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 что ты сделаешь? Нет, ты нормально, ты убиваешь меня. В принципе, сейчас я его сброшу. Серьезно, здесь уже было очень много таких нелепых моментов. Блин, эта мразь достроилась ко мне, я даже не заметил. Команда зеленых, как насчет наведаться к ним? Потому что я их на самом деле уже давно не видел. Вон он, парниша один. Он видит то, что я к нему бегу или нет? Нет, у него там свои дела, у него там... Давай, чувак, жди дальше пока. Лол! Парниша ждал, пока там у него накопится опыт, а я в то время просто взял и наглым образом сломал его кровать. Замечательно, а моя кровать пока цела. Вот он красный парниша, смотрите, смотрите, что мы делаем. Мы сейчас бежим на базу красному, ломаем его кровать, и получается, я сломал уже две кровати. Остается только кровать синих и моя кровать. Воу-воу-воу-воу-воу! Ребята, дела набирают обороты, все, я ломаю кровать красных, парниша теперь остается просто ни с чем, можно сказать. Сейчас мы его пытаемся как-то сбросить, но у нас это, конечно, не получается, но ты-то теперь остался без кровати, теперь тебе надо быть аккуратным, осторожным. Теперь кровать только есть. Ой-ой-ой-ой, вот ты как ко мне добрался с помощью жемчуга Эндера, или как это правильно называется, не знаю. Берем опять себе меч, и нам надо как-то обороняться. Но в отличие от кровати моих соперников, моя кровать была заставлена блоками, и опять вторжение на мою территорию. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я просто там не сдамся. У тебя кровати нету, парниша, я просто сейчас его сталкиваю. Смотри, что я делаю, просто сталкиваю его. Фух, все. Красные теперь у меня просто не возрождаются, и команда красных уничтожена. Зачем он ко мне шел, я понятия не имею. Я просто взял его и убил. В принципе, смотрите, что я могу сделать. Я сейчас могу быстренько спрыгнуть, быстренько вот так вот, вот так вот, вот так вот сделать. За собой могу заставить блоками. Да, вот так вот. И побежать, в принципе, ломать их территорию. На самом деле, я сейчас очень сильно боюсь. Я сейчас думаю, они там за мной уже гонятся, да? Они-то немного заставились, но ничего страшного. Я сейчас просто поднимаюсь быстренько наверх. И где-то здесь должен быть вход на
крышу. Так, вот сюда вот вниз, и я ломаю кровать моих соперников. Есть, я сломал уже практически все кровати. Я сломал все кровати, ребят, кроме, конечно же, своей. Все, теперь я отсюда просто убегаю быстренько. Ха, господи, ребята. У меня, в принципе, есть все шансы на победу. Команда синих уже морально уничтожена, команда зеленых тоже уже почти уничтожена. Теперь мне остается только найти какие-нибудь крутые предметы, найти какую-нибудь... меч, ну то есть купить его, и в принципе просто выиграть этот гейм. У меня 400 бабла, и давайте-ка я, наверное, пойду просто к себе домой, потому что надо, во-первых, мне подкрепиться, а во-вторых, я сейчас куплю офигенную броню, куплю офигенный меч, и пойду показывать этим ребятам, кто здесь главный. Пока я это говорил, кто-то мне пострелил с лука. Серьезно? У меня было 400 бабла, 400, или даже больше. Я этого просто так, конечно же, не прощу. Покупаю лук, наверное, с отталкиванием, и на это у меня, конечно, уходят все деньги. Я хочу найти виновника. Я хочу найти того парнишу, который меня откинул. И я этого просто так не прощу, конечно. У меня было очень много денег, и... кто виновник-то? Вон он ты! Вон она, тима ваша поганая. Сейчас я вас буду постреливать, и... вам-то надо бояться, вы-то больше не возродитесь никогда. А вот у меня есть кровать. Так, что ты там делаешь? Что ты там пытаешься сделать, а? Надеюсь, у него лука нету, давайте подойдем поближе немножко и попытаемся пострелять отсюда, чтобы не дать ему просто тупо добывать золото просто так. Так, вот, нифига себе, у меня лук с откидыванием, и откидывает он реально, ну, очень хорошо. Так, смотрим по бокам. Так, тихо, у него тоже есть лук, но... есть, убил! Команда синих уничтожена, да ладно, остается только команда зеленых. И моя команда, но у команды зеленых уже нету кровати. И, ребят, по-моему, это попахивает победой. Возвращаюсь к себе на базу, забираю свой опыт. У меня, ребят, нет ни брони, ничего, так что я все это сейчас покупаю. Даже покупаю вторую броню. Отлично. Ну ладно, вон там уже мой противник, который, я думаю, возможно, стоит просто АФК, а возможно, ждет своей участи. Давайте посмотрим, какие здесь зелья есть. Зелья тут, в принципе, дорогие, но я не хочу рисковать. Давайте подождем немножко опыта. Мне надо 150 на самое такое легкое зелье. Покупаем зелье, наверное, регенерации. Его пока что я пить не буду. Идем на середину. На середине я собираю все золото, которое там есть, и иду атаковать зеленых. Мне кажется, то, что зеленый просто АФК. Я от него уже на протяжении большого времени не вижу никаких действий. И зеленый, я иду к тебе. В принципе, можно, наверное, двигаться не на шесте, потому что я сейчас так дерзко ворвусь к нему. И вон он, зеленый. Он не АФК был, блин. И он, по-моему, там хочет меня уже чем-то обстреливать. Да, у него тоже есть лук, и я-то по нему попал. Есть, я по нему попал, я его с башни скинул. Теперь я сейчас... блин, надо яблочки съесть, потому что у меня хп-то почему-то маловато. Да, это очень странно, почему у меня не все хп. Строю себе какую-нибудь базу. Ты серьезно? О боже мой! Ты упал, ты серьезно? О господи, это мой, во-первых, это мой первый вин на стримкрафте на проекте Bed Wars. И, господи, это было так легко и так неожиданно. Ладно, ребят, на этом все. Господи, это была самая смешная моя победа. Если вы хотите поиграть со мной, то, во-первых, у вас есть две возможности. Во-первых, вы можете заходить прямо сейчас на сервер StreamCraft. Я здесь постоянно играю, вы можете просто случайно попасть со мной. А во-вторых, я, наверное, на своем стриме, который пройдет 9 июня, поиграю на этом сервере, и мы сможем поиграть на нем просто все вместе. На этом я все-таки с вами прощаюсь, ребят. Всем удачи и увидимся на стриме.